5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы идем на антирейд базы короче, не знаю, как это произносить сами. Считайте, вроде бы база интересная, я уже посмотрел на ютубе, как и что там делать надо. Понадобятся все две сишки, которые у меня есть. Больше у меня сишек нету, к сожалению. Тут есть чомпер, это уже знак, что лут будет интересным. Так, заходим, наверное. Я зайду вот отсюда, нахрена мне ломать там. Вот нафига мне. А, тут уже сломан, блин, туплю. Ладно. Ломаем одну. Избавляемся от зомбарей. Так, первая волна лежит. Посмотрим, у нас тут. Ну, неплохо, но хотел бы побольше. Открываем вот эту стенку, ломаем, вернее. И проходим в главный зал, где стоит... А, вот почему я хотел сломать тут, чтобы меня турелька не гасила сразу. Ломаем эту штуку. Хотя можно сделать по-хитрому, можно вот так вот сделать. Нам все равно сюда проходить, так что... Отлично. И избавляемся от зомбарей, хотя мы ее не убили, турельку. Так, вторая волна лежит. Как вы поняли, весь топовый лут, разумеется, будет вот в этой комнате. Вот он, миниган. Это все добро мы сразу же забираем. Честно, не особо хочется брать, но так и быть, я его заберу. Сейчас это все быстренько положу в чомпер и, наверное, сразу умру. Если, конечно, не найду еще одну катанку, чтобы избавиться от третьей волны. Так, так, вот так, вот так, вот так. Ну, пусть будет вот так. Хоть и надкоцанный, но все равно оружие остается оружием. Сейчас попробую найти что-то еще ценное до третьей волны, скажем. Что я хотел? А, да, спринт. Плюс мне надо потом броньку будет сменить, когда приду на базу. Тут, конечно, ящиков полным-полно. О, еще блоки. Найс, 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 найс. Здесь у нас еще 56 шума. Пока вроде бы нормально. Здесь у нас, ну, такое себе. По идее, должно быть 71, да. Есть часть лута, которую у меня сперли. Хотя, вот смотрите момент. Можно заходить... А, нет, не получится. Отсюда зайти не получится, потому что этот сундук повернут не в ту сторону. И здесь тоже никак не зайдешь. Угу. Ну, получается, это один из методов проникнуть. Ладно, давайте тогда пойду я быстренько умру. Итак, ребятки, я вернулся. Взял с собой новый сет брони, взял с собой еще одну катану, 8 топоров. Надеюсь, что у меня получится вскрыть все остальные ящики, которые там остались. Конечно, это будет трудно сделать, так как база не такая уж и большая. Плюс будет громила меня беспокоить, но... Постараюсь. Сделаю все, что в моих силах, скажем так. Это мы наденем сразу. Так, 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 так. Это я заберу. И это... А нахрена мне вот эти два? Вот так вот. Единственное, что я могу сделать, это поставить туда чемпер. Но нет, не хочу. Не буду. Не хочу, не буду. Пока что положу вот так. Мне еще от третьей волны избавляться. Давайте откроем еще 1-2 ящика, сколько мы там сможем открыть. Ой, блин, как я это буду делать, я себе этого не представляю. Здесь я все открыл. Давайте откроем вот этот красный ящик, он прям намекает. Давай, открой, открой меня. Ну, как бы да и как бы нет. Ладно, пошел от зомбарей избавляться. Так, от третьей волны я избавился. Теперь начинается, можно сказать, самое интересное. Будем, попробуем открыть эти ящики. О, как у вас много-то, ёпперсте. Как я вас открывать буду, я вообще не представляю. Давайте набивать сначала все.
Так, все ящики я надбил. Теперь момент. Момент, надо их открывать. Но я не знаю, с кого начинать. Давай, наверное, вот с этих лучше начать. Так, здесь у нас аптечки. И это очень хорошо, потому что у меня своих мало. Плюс нам надо что-то положить в чемпер, потому что он не загруженный. А я не знаю, что положить. Давайте здесь посмотрим. Тут пистолет, АК убитая. Хорошо. Тут ничего. Вот это я заберу, пожалуй, сейчас уже. Ладно, пусть будет это. Здесь еще что-то было в одном вот этом красном ящике, по-моему, что-то я видел, фильтры и что-то такое. А, вот фильтры. И вот гвозди можно взять. Наверное, вот так. Пойду это быстренько положу в байк, и начнется трэш. Так, 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 вот так, вот так, вот так, так, и вот так. Аптечки я оставлю, мне они понадобятся. Если буду долго убегать от громилы, точно пригодятся. Ну, в общем-то, в принципе, все, можно идти бегать, наверное, да? Мне так не нравится. Хотя пофигу, пусть будет так. Сейчас я сначала все их открою, эти ящики. Вот, начну, наверное, вот эти раз, два, три. Или даже больше можно открыть. Вот так. Вот так. Ну, большинство, скажем, я открыл. Надо еще посмотреть, что там внутри. Давай, беги, беги, не стой, беги, беги, пожалуйста. Пожалуйста, беги, я тебя умоляю. Так, здесь ничего. Здесь забираем. Здесь ничего. Броня. Броня надбитая. Броня. Охренеть. Еда. Блин, не то. Не то. Не то. Ай, как же потно. Потно, потно, потно. Он уже по 60 бьет. Охрененно. Думаете, какие ящики вам лучше будет открыть, какие оставить на потом. Блин, этот еще тут за мной бегает. Офигеть. И вообще откуда взялся? Опа, ё-моё, сколько там железа-то, а? Тихо, тихо, тихо. Главное хилиться, главное хилиться. Ну, по идее, я забрал довольно-таки много прилично с одной базы оружия. По идее, там больше его быть не должно. Катана! Оружие! Там оружие, только же сказал. Блин. Беги, братишка, беги. Нам надо открыть еще хотя бы пару ящиков. Вот этот я открою. Вот этот открою. Тихо. Давай, беги, 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 беги. Братка, беги, пожалуйста. Блин, а тебе почему они так уже тут, алло? А, тут ничего особого-то нету. Блин, ну я те ящики не посмотрел, что в них. Ладно, хрен с ним. Бежим тогда на базу, посмотрим, что в итоге у нас получилось украсть. Итак, ребятки, с этой базы мы получили с помощью двух сишек, 4 глока, одну ракетницу, миниган, винчестер, М-ка, скар, дробовик, калаш, разрушитель, катану, 80 аптечек, ну и было 120, я потратил, батарейки, фильтры части двигателя, гаечный ключ, гвозди, я уже говорил, вроде дубовые доски, 200 и 200 железных слитков. В принципе, для такой базы неплохо. То, что мы потратили 2 сишки, тоже сойдет. Обмен так примерно равный. Вроде бы все забрал, да? Да, в принципе, лут хороший. Ничего против не имею. Даже если потратил последние свои 2 сишки. Ну, а это все, ребятки. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.